Вітаю, з вами Наталія Опара. Сьогодні в ефірі телеканалу «Репортер Студія» у нас у гостях співголова партії «Опозиційна платформа «За життя» Юрій Бойко. Юрій Анатолійович, вітаємо вас. Добрий вечір. Сьогодні ваш візит до Одеси – це не просто робочий візит народного депутата України. Це своєрідний жест підтримки кандидата на посаду мера міста Одеси від «Опозиційної платформи «За життя» Миколи Скорика. Тож, питання найголовніше до вас – що Одеса отримає, якщо обере мером міста Миколу Скорика? Ну, ви знаєте, от дійсно второй тур виборів через неділю, менше даже. І, к сожалению, от я вижу, наскільки Одеса сьогодні не получает того, що заслуживає. І коли ми выдвигали нашого колегу Николая Леонидовича Скорика от нашої партії на мера Одесса, то у нас абсолютно понятно было, почему мы это делаем. Потому что он был 5 лет в оппозиции, он отстаивал интересы одесситов, он защищал их, он боролся за то, чтобы проводилось справедливое расследование трагедии 2 мая. То есть он был на острие этой борьбы, и самое интересное, что его борьба не озлобила, он остался таким же позитивным гуманистом, человеком, который хочет добра. И вот я убежден, что мэр Скорик, это будет как раз добро для Одессы. Он сделает больше тротуаров, больше заасфальтирует дорог, починит фасады домов, откроет новое предприятие, поддержит их. Очень многие политики, действующие сейчас в городе, его поддержали, понимая, что за ним будущее. Вот это все заставляет, в общем-то, меня с чистой совестью просить одесситов его поддержать, потому что для Одессы это будет хорошо. Ви про це сказали, що останнім часом усе більше політиків висловлюють свою підтримку кандидату Скорику. Зокрема, лідер Української морської партії, політичної партії з досить великою історією в Одесі Сергій Ківалов. Він сказав, що Микола Скорик буде гарним мером. Тож, на вашу думку, ця підтримка, чи буде вона вагомою, важливою? Чи зможе Микола Скорик навколо себе консолідувати регіональних лідерів? На самом деле так и произойдет, потому что вот эти 5 лет, которые прошли, вот вокруг Николая Леонидовича собрались действительно личности. И когда Сергей Васильевич тоже выразил ему поддержку, это очень важно, потому что он пользуется большим авторитетом в Одессе, он много сделал для города, для страны. И когда такие люди поддерживают Николая Скорика, то понятно, что это идет от души. И очень важно, что достучались до людей, потому что когда он вышел во второй тур, когда он занял достойное место, мы видим, мы уже в шаге от победы, то, конечно, очень важно, чтобы все объединились, пришли на выборы. Я буду просить, чтобы все одесситы пришли, соблюдая меры безопасности, но пришли и проголосовали. Потому что от мэра зависит очень много. Это человек, который завтра будет, которому завтра пойдут люди, которые будут их защищать, которые будут развивать город. И вот у меня есть возможность сравнивать. Я часто бываю в областях, в регионах. И ты вижу, как отличается город от города. Вот Одесса очень недополучила очень много за время правления действующего мэра. Просто обидно, потому что с тем потенциалом, который есть, можно было бы вообще сделать значительно больше. Можно было сделать вообще картину совсем другую. А, к сожалению, этого не получилось. И вот это мы рассчитываем, что с мэром Скориком будет все хорошо. Дуже яскравим прикладом для Одеси стало відкриття Міжнародної академічної школи Одеси, оскільки за дуже багато останніх років в Одесі жоден мер не відкрив жодної школи. Ліцей був відкритий каденцію нинішнього мера, але будував, розпочинав це будівництво один мер, продовжував інший, другий, третій, добудували нарешті. Проте ця школа не дає сьогодні спокою. Начебто, радійте, місто отримало такий інфраструктурний проєкт. Реальний пам'ятник архітектури отримав город. Один з найкрасивіших зданий в місті сьогодні, школа. І, звісно, це те, що зараз против нее началась борьба со стороны действующего мэра. Это безобразие вообще. Это абсолютная недальновидность. Надо поддерживать, поощрять, помогать. А наоборот, вот такие действия, они показывают реальное лицо этого человека. Так нельзя. Если что-то делает хорошее в городе, надо это приветствовать, а не становиться в позу обиженного и там что-то выдумывать против этого хорошего дела.
Ірина Анатолійович, впродовж усіх років незалежності побутує така думка, що Одесу у Києві не чують. У різні роки у владних кабінетах домінували різні політичні еліти – Вінницький, Дніпропетровський, Донецький. Проте потужного одеського лобі не було. Свого часу була створена депутатська група, очолював її народний депутат Сергій Ківалов. І багато питань тоді вдавалося вирішувати. Сьогодні ми бачимо, що більшість питань Одеси, вирішення яких потребує участі Києва, вони навіть не стоять на порядку денному. Опозиційна платформа «За життя» знаходиться в опозиції. В той же час ми знаємо, що це політична партія, яка має великий вплив. І місцеві вибори вони показали, що опозиційна платформа «За життя» користується дуже високою підтримкою в усіх регіонах нашої країни. Тож, чи буде використаний цей вплив і ця підтримка для лобіювання інтересів Одеси на центральному рівні? Одесса действительно регион, который заслуживает большого внимания. Здесь очень большой потенциал, в то же время в области очень много проблем. И ими надо заниматься. Потому что да и вода, и сельское хозяйство, и вопросы портов, они все требуют постоянного внимания, постоянного, конечно, контроля со стороны законодательной и исполнительной власти. Поэтому чем больше будет одесситов в парламенте, тем лучше. Но, к сожалению, мы ведь кого получили от Одессы в парламенте сегодняшнего созыва? Мы получили людей без практического опыта, которые, в принципе, даже не понимают, за что они голосуют. И в этом беда, они не то, что интересы Одессы, они вообще, в принципе, не понимают, за какие законы они голосуют. Ситуация изменится. Я верю в то, что следующие выборы, они не за горами, и придут нормальные депутаты, придут люди, которые понимают, в жизни, имеют жизненный опыт, практический опыт, что-то сделали в жизни. Поэтому я убежден, что ситуация изменится, и очень важно, чтобы было действительно достойное представительство. Потому что при том потенциале и одновременно проблемах кто-то должен постоянно ими заниматься, лоббировать, добиваться их решения. И я убежден, что так и будет, лобби это будет. В хорошем смысле, которое будет защищать свой регион. Так и должно быть. Два кандидати на посаду мера міста – Труханов і Скорик. Обидва одесити, обидва мають досвід роботи народними депутатами, досвід роботи на керівних посадах. Але є принципова різниця, ми щойно про неї говорили. Труханов, він усю свою передвиборчу кампанію у першому турі, усі помітили, будував на тому, що, на його думку, він представляє найбільшу одеську партію. Натомість Микола Скорик представляє всеукраїнську партію. То що Одеса виграє від того, якщо вона обере мером представника від всеукраїнської партії? І як опозиційна платформа «За життя» буде підтримувати Скорика після його перемоги? Давайте говорити чесно. В каденції діючого мера він підтримував все время Порошенка. Він працював на нього. Начиная от того, что он его открыто поддерживал на выборах президента, он организовывал разного рода здесь ивенты, приезжал сюда, он ленточки перерезал, он работал на него. И он пытался это завуалировать, когда проиграл Порошенко, но уже было поздно, люди поняли, что он реально работал на пятого президента, который принес очень много бед стране и Одессе в частности. Поэтому это не скроешь. Что касается нашего кандидата, то он всегда был верен одной партии, он всегда защищал интересы избирателей. Было очень жесткое противостояние с нациками, он всегда не отходил, он боролся. Но в то же время, еще раз говорю, он остался гуманистом, позитивным человеком, и он будет идти вперед. Он не будет делать какие-то махинации, схемы, которыми погряз действующий мэр, по которым были уголовные дела. Он будет делать добро для одесситов, потому что так ему говорит его совесть. Он всегда так поступал, он никогда ничего плохого не делал, и он так будет идти вперед. Я в этом убежден, абсолютно. Понятно, что партия будет его поддерживать, понятно, что мы и сегодня его поддерживаем, и завтра, когда он станет мэром, мы будем на национальном уровне его поддерживать и помогать. Но я убежден, что самое главное, чтобы его поддерживали одесситы. Когда он будет чувствовать эту поддержку, все будет хорошо, потому что он внутренне настроен на добро и на движение вперед. Очевидно, что рейтинг нынешнего мэра Одессы стрімко падает. И рейтинг его команды також. С чем вы это связываете? А в принципе, просто ситуация очень простая. Он пытался говорить одно, как политик, а делал совсем другое.
То есть он говорил о том, что он хочет Одессе добра, на самом деле хаотичная застройка, мусор на дорогах. Вот эти, ну, я ж вижу, у меня есть возможность сравнивать с другими городами, где мэры занимались делом. То есть он какими-то своими делами занимался, и, к сожалению, вот это привело к тому, что очень много недополучил город, и очень много плохого произошло. И вот если взять, например, самый такой яркий факт, когда трагедия 2 мая 2014 года, которая до сих пор не расследована, которая до сих пор блокируется власть, прошлой властью, причем при полном попустительстве действующего мэра, он ни одной попытки не сделал для того, чтобы восстановить эту справедливость. И я убежден, что он будет маневрировать, и он не добьется справедливости для одесситов в будущем. А Скорик добьется, потому что он выступал всегда за расследование. Эти преступления не имеют срока давности. Мы должны довести правду. Эти люди должны быть наказаны, которые устроили эту трагедию. 50 погибших, и никто не отвечает за это. Ну как это может быть? Что это за страна, которая не может восстановить справедливость? Вот Скорик это тоже сделает. Но при этом будет движение города вперед. Будут развиваться предприятия, будет строиться инфраструктура, будут ремонтироваться фасады зданий, ремонтироваться дороги. Все это будет сделано, потому что он понимает, ради чего он это делает, ради одесситов. Ви щойно про це сказали. На мій погляд, також технологи Труханова розігрують сьогодні дуже небезпечну карту. Через різні канали вкидаються тези про те, що якщо прийде Скорик, в Одесу прийде війна. В той же час з бігбордів ми бачимо, що якщо прийде Труханов, він збереже мир. Він зробив це своїм слоганом, ми його сьогодні усюди бачимо. Як ви можете прокоментувати це? Ну, це звичайна технологія. Ніякої війни Скорик не принесе, тому що більш мирного, гуманного чоловіка, сложно себе представити, він руководитель гуманіст і руководитель позитивний. И, конечно, он будет отстаивать территориальную целостность нашей страны, так же, как все депутаты, и кто там что не говорил, но мы все за свою страну, мы проукраинские, мы хотим, чтобы Украина была едина, развивалась стабильно, мирно, и Скорик абсолютно этому соответствует. А то, что пытается на него наговорить, ну, это чистые технологии, но народ в этом уже разобрался, особо этому не верит. Ему не обманешь людей, и если бы, вот я приводил уже пример. Труханов пользовался авторитетом, то как другие мэры областных центров, его бы выбрали в первом же туре. А так люди видят, что не получается он. Не получается, и как-то какие-то там технологии не задействуют. Если город недополучает инфраструктуру, если городом не занимаются, то людей не обманешь. Они не поверят. Юрій Анатольович, про інфраструктуру. Сьогодні ви зустрічалися з колективом заводу, який вже майже 20 років займається тим, що виготовляє різні запчастини для сільського господарства. Які ви почули сьогодні настрої одеситів? Які є проблеми у цій галузі? І як опозиційна платформа «За життя» планує відроджувати та розвивати підприємство в Україні? Промисловість. Смотрите, Одеса, це, несмотря на те, що туристичний центр, і сьогодні він став ще більш розвитим після того, як отошел Крым, к сожалению. Значит, так вот, Одесса – это промышленный узел. И предприятия, которые находятся в Одессе, они, как в любом другом городе, они требуют поддержки государства. Очень приятно, что завод, который мы посетили, он работает, там коллектив, там стабильность. Они делают, очень важно, что они делают с нуля продукцию, то есть это называется локализация почти 100%, то есть они полностью от литья до готовой продукции делают все сами. Конечно, такому заводу надо помогать, надо восстанавливать, и чтобы работал фонд поддержки фермеров, которые покупают отечественную продукцию, они как раз для них ее производят, чтобы он работал, чтобы эти деньги были предусмотрены в бюджете, чтобы были разумные налоги, чтобы были разумные цены на энергоносители. В принципе, для любого предприятия проблемы одни и те же. И вот мы сегодня их послушали опять. То есть, в общем-то, как и в любом заводе, возьми там Константиновку или Винницкую область или Одессу. То есть проблемы те же самые. Предприятиями, производством надо заниматься. Надо помогать. Государство должно иметь свою политику в отношении действующих производств. Это очень важно, иначе, если не будет заводов, фабрик, рабочих мест, то люди просто уедут из страны. Поэтому мы это все услышали. Мы очень рады, что коллектив настроен тоже вперед. И будем их поддерживать. Какие настрои сегодня среди одесситов? Чи хочуть вони змін?
Все люди всегда хотят перемен к лучшему. Люди всегда не хотят оглядываться на будущее, на прошлое, а хотят идти вперед. И вот как раз мы можем им дать это движение вперед, потому что закисла в Одессе ситуация, заворовались, заигрались, и надо идти вперед, надо свежий приток сил, поэтому вот это то, что ждут люди. Поэтому я еще раз прошу всех одесситов, придите, пожалуйста, на выборы. Які, на вашу думку, проблеми Одеси необхідно вирішувати в першу чергу? І чи обговорюють сьогодні у партії дії, які будуть подальші у разі перемоги Миколи Скорика? Безусловно, у нього є план. Безусловно, є пріоритети в розвитті міста. Безусловно, вони відроблені на базі того, що говорять люди. Естественно, не может быть такой хаотической застройки, как сейчас. Должен быть план социально-экономического развития города, где учтены интересы не просто тех, кто застраивает, а одесситов, которые живут в городе, людей, которые приезжают. Безусловно, состояние города, инфраструктуры, дорог, фасадов, зданий, оно требует ремонта, все это. И денег, в принципе, хватает, потому что бюджет достаточный, если его не, к нему по-хозяйски относиться, не растаскивать его. То есть у нас вся эта программа есть, она существует, он ее показывает. Отдельность программы для промышленных предприятий. У нас в Одессе заводы, которые работают. Каждый завод возьми, у него есть общие проблемы, о которых я сказал, но для каждого завода еще есть отдельные вопросы, которые требуют толкания, скажем так, со стороны местных органов власти, со стороны мэра города, который заинтересован, чтобы рабочие места были здесь. Вот это все будет сделано, и это все реализуется. І таке загальнонаціональне питання. Чи буде ваша політична сила підтримувати бюджет на 2021 рік? І які у вас сьогодні вже існують до нього питання? В тому виде, в якому представлений проєкт бюджету, ми підтримувати не будемо. Тому що він в худших традиціях повторює бюджети предыдущих лет, коли кормили силові структури, причому я армію не беру, там, адміністрацію президента, Верховна Рада, Служба безопасности, прокуратура, эти все, НАБУ, САПы, все эти конторы, которые пооткрывались, вот им давали больше денег, а людям, которые требовали помощи от государства, заморожены были выплаты. Ну, как пример. Ну, как можно поддержать бюджет, где пятый год подряд выплаты на рождение детей остались на прошлом уровне, как были в 2014 году? В 2013 году мы еще за второго ребенка платили 60 тысяч, а с 2014 года 40 тысяч, а мы платили за третьего ребенка 120 тысяч, а они 40 тысяч платили. Прошлая власть и продолжает это делать и сейчас. А за 5 лет инфляция, цены, они практически съели эти деньги. И они продолжают оставлять 40 тысяч гривен за рождение детей. При этом дают плюсом 3 миллиарда службы безопасности, там 400 миллионов администрации президента. Это только один из примеров. А переселенцам 442 гривны платят переселенцу помощь на протяжении 5 лет, постоянно не повышая. А инфляция уже давно съела эти деньги. Поэтому, конечно, за такой бюджет мы голосовать не будем. Мы четко сказали, ребята, вы хотите бюджет полицейского государства и не поддерживаете население. Как можно поддержать такой бюджет? Давайте дадим людям деньги, тогда мы поддержим. Давайте дадим медицине деньги, потому что растащили те, что были выделены коронавирусные деньги по дорогам. Да ладно бы по дорогам, еще там какие-то сериалы снимали на них, там еще куда-то потратили, а до медицины эти деньги не дошли. Поэтому, конечно, такие злоупотребления, перекосы, они уничтожают доверие к бюджетному процессу. Мы так поддерживать не будем. Мы дали свой вариант, как должно быть, чтобы поддержать людей, чтобы помочь производству. Тогда мы поддержим. В этом виде нет. Сергей Анатольевич, буквально за кілька днів буде вирішуватися доля Одеси. Одесити будуть обирати мера. У вас є можливість звернутися, закликати одеситів, прийти на вибори, зробити правильний вибір? Я дуже прошу одеситів прийти на вибори, тому що від вашого голосу залежить майбутнє міста. Прийдіть, будь ласка, на вибори, підтримайте нашого кандидата, тому що нам буде, ми не будемо краснеть за цей вибір. Мы не будем жалеть, что мы его выдвинули, и одесситы получат новое дыхание, новое развитие. Я убежден, что в Одессе все будет хорошо.
Ігор Анатольович, я дякую вас за відверту розмову. Нагадую, що сьогодні у студії телеканалу «Репортер» співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Дякую, що залишаєтеся з «Репортером». На все добре.